говорят, рабство отменили. Нет, товарищи, это не так. Кто много съел, тот сидит в лодке. Ой, красота, ветер дует, решили поменять место. Потому что завтра будет дуть оттуда. Ну что, открытие, мы приехали. К сожалению, камера у меня была выключена. Ну вот они, наутка, вот она, вот она. Подожди, подожди, она поднимается. Да. А это что такое? Подожди, это селезни, да? Да, а вот сзади, посмотри, что творится. Вот мы, вот они. Красотень, мы приехали. Вот так мы расположились, залезли в камыш. Еще видно. Вот у нас фонарик безумный. Мы пытаемся на волне, вот стоим здесь, приготовить шулем. У нас фонарь классный, я считаю. Утка вот наша вся, если будет видно, я не знаю. Ветер должен поменяться. Ну, то, что творилось вечер. Да, утки было, ну, тысяча налетов было, мы могли взять. Кто-то стрелял там уже. Но мы, товарищи, правильные. Поэтому мы готовим шулюмчик. Вот котелок, сейчас будем пытаться здесь на печке все это. Ну, так шатает чуть-чуть, но полный не будем. Это самое. Все, я режу бутербродики. Вот так вот у нас немножко тесновато, хотя лодка 3,70. Но как бы плотненько мы так подзагрузились. Где я сделал? А где пакет? Куда его? С чем? Просто пакет. А вот так вот мы готовим шулюм. Вот. Мы в лодке. Мы просто в лодке. Вот тут у нас куропаточки, перепела, так сказать, вот. Сальца. Ну, достаточно вкусненько. Вот, волна качает как бы. Ну что, господа, вот мы полчаса готовили, сейчас высыпали зелень, вот волна поднялась еще больше, но видите, как камыш. Я не знаю, видно, не видно будет. Камыш, ну, шатает нас, короче, не кисло. Ну, придерживаю. Ну, вот. Зелень сыпанули, все, вот сейчас чесночок нарезаем. Ой, счастье, полные штаны, настоящая охота, кайф испытываем. Кушаем сальце, кровяночку, вон оно сальце там, персики опять же. Оно ж персики домашние, значит, с салом и с кровяной колбасой, они, во-первых, полезны, во-вторых, их девать некуда, потому что их много. Ну, что делать, персики у нас растут, хотя мы не в Крыму вроде как. Но Таганрог тоже неплохой город. Хотя, когда летят спутники, они его не видят из-за облаков. Но это не важно. Вот, вот, кипит вкусненько. Сейчас подшулюм. Пьем мы абрикосовку, естественно, моего приготовления. 50 градусов. Ну, вкусненько достаточно. Вот. Утром будем стрелять. Вечером было утки. Тьма. Это уже порадовало. Честно говоря, если ее даже утром не будет, я уже утки столько увидел, что впечатлений масса. Уже постреляли, мама не горит. По одной, по две возьмем, нам больше и не надо, ради бога. Ну а вдруг там по 15, ну и тоже нормально. А видео получится хорошо. Вот главное мне не шевелиться сильно, и тогда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо живут эти, как их... Ну короче, плохо живут. Как говорил один мой знакомый поп, при такой закусе до бесконечности. Да. Закончилось, говорю.
Далеко. Блять, вторая туда же нахуй. Десятка, Миша. Десятка, еб. Десятка рулит, блядь. Это старые заводские патроны или. В угон. А? Ну ой, вот они вот над нами пролетели, блядь. Хорошие, блядь. Ну все, это все. Опять внутри садится будет. Честно говоря, сколько там их должно быть? Три, четыре. Здесь у нас три, четыре. На нахуй капли. Что она? А? Она ты ее съебалась. Видишь? Она то... съебалась. Съебалась. Она Вот смотри, вот, вот все, 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 иди прямо, прямо к камышу, перпендикулярно, далеко ты уже ушел. Ну, слава богу, бля. Пятом достал. Я пошел. Да, но он битый. Этот битый, да. Этот битый. Утку попал минимум 2 или 3 раза. Да, 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 да. Ну, а, ей хоть, а ей хоть б***ю, я ее насаживал, насаживал, насаживал. Обзаживал, прям видно было, Миша. Ты обзаживал, обзаживал, а потом выстрелом ты ее ебнул в шею, блин, голову. Как пал. Да или нет, она. Они как-то мне не понятны. Давай, палим. Ой, господи, по-моему, расстрелял. 4 штуки. Вася, их добивать надо. Не надо. Слушай, да все, вот уплывает. Вон один отплывает. Один только отплывает. 3 лежат, блядь. Один. Быстрее, 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 быстрее. Ёбни. Вон дальний, который сам. Где, где я его вот, не вижу? Вот он, вот он. Блядь. Аккуратно. А, вот. Видишь?
Хорошие черочки, да? Толстенькие такие. Жирненькие, как я люблю. Приехал еле, проверяет. Ну, как-то 7 утра утка налетает, как-то не вовремя. Ну, что делать? Положено. Ну вот посмотри, а. Ну ты видел дробь, как ложилась? Ну. Вась, 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 Вась. Она на нас летит. А, или она летела на нас. Ага. За этой мразотой. Да вдвоем, поехали. Стрелял пустыми стволами, блядь. Ага. Получилось? Прошелись? Получилось. А я думал, две сечки, ебать, соколофуть, блядь, нахуй. Давай, 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 Миша, давай! Все, я пошел за тем, блядь. Блядь, а как же это достать? Ты представляешь, я его, блядь, сбил, нахуй, он поднялся, блядь. Ну все, две утки, вот, вот, этот чебак. Миша, вот так вот, да? Вот 15 так, метров. На мыс, и иду, это кто? Ну, это, блядь, кто? Нет, ну он его бит, ты его забрал. Хорошо, таки зарядка, блядь. Сука. Блядь. Попал? Да, попал. Перья полетели только. Ну да, в принципе, по инерции он мог ли чуть-чуть. Ой, красавчик, Вася. Красавчик. Крупный был, да. Добрали, добрали. Это хорошо. Вась, и так вот в воду выходи, потому что он отплыл к тебе. Вот он прямо на самом краю чучел. Плывет к тебе. Сносит его. Вася, застынь. На меня сейчас идут. Застынь. Застынь, застынь. Не, все, не надо, далеко. Ну попал все равно. Попал. Раньше надо было перебрать. Далековато было, блядь. Я когда я тебе говорю, ебашь, он как раз шел, блядь. Я ждал, что он сядет. Он бы на них налетели, если бы меня не было. Да, они налетали. Вася, а ты семейство ретриверовых? По-моему, Голден. Чистый Голден, чистый. Забирай, дичь. Скирдуем, скирдуем. Ну что, мы должны вообще норму сегодня взять. Я, блядь, хочу тебе сказать, что просто пиздец. Даже несмотря на то, что у нас подсадных нету, блядь. Ну, блядь, утки, Миша, просто очень много. Ну, я не знаю, он вроде слышишь этого, но этот прям хорошенький. Да. Вот. Вася, ну ты его нашел, пипец. В принципе, вот где ты нашел, он под углом шарахнулся. Да, в принципе, ну, да. По инерции еще пролетело определенное количество, там, блядь, пару метров, блядь, поэтому еще его, ну, блядь. Застыли, застыли. Подранок, блядь. Сложно, блядь, в него было стрелять. Плохо, сука, неудобно было стрелять. Ай, неудобно. А я слышишь, я одной рукой вообще не держу. Вот все, хорошо налетали, блядь. Но нас бы увидели, не так вернули бы, блядь. Ну что, часов до 10 стоим и не с***ся, да? Ну, да, если так вот оно, ну, в принципе, мы... Не это самое смысл. Мы так, по-моему. Я уже начинаю думать,
очистки. Высоко. Высоко, высоко, высоко. Отпадал, блядь. Развернули, Миша. Взяли черка, не знаю, снял, не снял. Я не помню, включал я камеру, не включал, когда черка взяли. А черка взяли красиво. Есть. Попал? Да. Где? Метров 50 от меня прямо. Он битый четко. Хуйня какая. Фу. Не, это не тот, который, помнишь, который мы стреляли с дубля. Да сколько ж можно, блядь, в тебя попадать, ебать. У меня подрано. Ой, упал, упадет. Сука. Так упадет, у меня упал. Ебать, пошел я, Миша, его искать, блин. Так и этот упал же тоже, ну вообще, где 70 метров. Сбили утку, далеко упала вот где-то. Вася ищет, вон весло торчит. Фух, прибыли, так сказать, на базу. Выгруз. Ну что, вот так вот мы отохотились. Обмыли лодку, лодка новая. Вот. Василий, дайте интервью, пожалуйста. Все супер. Такого открытия еще не раз было. Синявки сегодня. Мы, постреляли, мазали там туда-сюда. Не без этого. Не без этого, патрончики. Короче, руки из жопы и так далее. Чего там? Чертила!